Сотни девчонок и мальчишек вступили в ряды юнармии в лагере «Гренада». Третья смена в нем тематическая. В августе ребята торжественно становятся юнармейцами, зачитывают клятву и надевают красные береты. В этом году лагерь установил рекорд. Больше 500 школьников пополнили ряды движения одновременно. Ребята провели показательное выступление и флешмоб. Мы должны, наверное, проявлять патриотизм, начиная с самых корней, с малой родины. Вот то, что сегодня элементарно, уступив в автобусе место там, да, бабушке либо взрослому человеку, вот мелочь, подними бумажку, там, да, если там кто-то из твоих сверстников ее кинул там, на асфальт, там, да, а ты подойди, если ты юнармеец, мы этому и учим, чтобы он был и культурно образован. Кроме отдыха, школьники пройдут курс молодого бойца. Их научат оказывать первую помощь, ориентироваться в лесу, преодолевать полосу препятствий и раскрывать свои таланты в творческих кружках. Юнармейцы отдыхают и занимаются в лагере «Гренада», который находится в ведомстве Красноярского машиностроительного завода. Это первое предприятие в крае, которое начало поддерживать патриотическое движение. Среди будущих юнармейцев есть и дети работников. Смены для новобранцев проходят уже третий год подряд. За это время к движению присоединились больше 1000 ребят. Традиционное сотрудничество с юнармией обусловлено общими целями и задачами. Завод у нас оборонного значения, много детей, именно детей сотрудников завода. И цель у нас с юнармейским движением одна – любовь к родине, патриотизм, защита родины.